Так, всем привет. Меня тут как-то спрашивали по поводу термостата на Yamaha трешки. Как он работает. Я сейчас попробую оценить работу термостата вот по этим отверстиям выхлопа. Вот здесь есть на Yamaha трешки есть такие отверстия, с которых идет выхлоп. Вот. Термостат на лодочном моторе Yamaha 3 лошадиные силы находится вот под бензобаком. Там сверху такая крышечка стоит. Там находится термостат. Когда мотор холодный, оттуда идут только выхлопные газы. А когда мотор прогревается, начинает брызгать вода. Это тоже показывает работу термостата. Просто даже если мотор прогретый, а отсюда идут только выхлопные газы, это может говорить о том, что термостат, скорее всего, заклинил. И мотор может перегреться. Вот сейчас смотрим, работа на холостых оборотах. Сейчас смотрим, мотор холодный. Вода не брызгает. Вот. Сейчас пройдем немножко на скорости и посмотрим. Бля, мы на что-то наехали. Вот, смотрите, в открытом море намотали на ногу пакет. О, какая красота! Термостат закрывается. После прогрева вместе с газами начинают брызгать. Короче, ловил ставриду, а попалась вот ставридка, а попалась вот такая вот рыбина. Это просто трындец. Вот это я понимаю, рыба. Гребаная скумбрия. Ух, вот это мне подарок.